Привет, вы на канале Алина Смайл, и сегодня я вместе с Алисой. Всем привет, ребята, давно не виделись в трейдах. Будем трейдиться вот такими вот редкими попытами. Это что такое? Что это такое, ребята? Это что за микроб такой? Кто это придумал, Алина? Это, надеюсь, не из Китая? Из Кореи. Страшно, очень страшно. Редкие попыты, однозначно редкие, да. И Simple Dimple. И, ребята, это уже третья часть трейдов на канале Алины. И да. Если вы наберете под этим видео 15 тысяч лайков, сразу же выйдет четвертая часть. И будут новые, редкие, американские и всякие вот такие вот поп-иты. Поэтому ставьте еще лайк, а еще ставьте лайк на удачу, и тогда вам купят поп-ит вашей мечты. Ребята, и не забывайте подписываться на наши YouTube-каналы. И инсту. И, конечно же, жмите на колокольчик, чтобы не потеряться и получать уведомления о новых видео, которые выходят очень часто. Так, Алина, давай объясним ребятам правила трейда на примере. Я предлагаю тебе такого вот маленького брелочка. Так, ну я такой маленький брелочек могу поменять на большого единорога. Проверял, как он кликает. И если Алина соглашается на трейд, что нужно жать? Галочку. Если не соглашается, крестик. А если она хочет добавить, то жмет плюс, и я, например, добавляю. Но так как это был... Нет, это был пробный трейд, возвращаем назад все. И давай на камень, ножницы, бумага, все как обычно. Кто выигрывает, тот первый начинает трейд. Что первое, не надо, вот ты себя запутываешь. Первая бумага. Давай. Раз, два, три. Три. Блин. Ладно, начинай. Что ты мне дашь? Новиночку, давай новиночку. За вот такой вот алмазик. О, сразу с редких пошли, слушайте. Давайте посмотрим. Так ты же сказала новиночку. Ну вот я и хочу. Ой, Алин, что-то алмазик плохо стал кликать, или мне кажется? Тебе кажется. Ладно, сейчас попробую. Вы видели, это магия. Без моего пальца только что пупырки отошли. Хорошо, я тебе дам за этот алмазик. Давай дам единорога. Очень редко, ни у кого такого не было. Никто вообще его ни разу не видел вообще. Добавь. Нет. Добавь. Ладно, я так и знала, что она скажет добавить. У меня в начале экономные трейды. Я тебе дам вот этот снайперс. Добавь. Нет, давай переиграем. Давай я тебе дам вот этого единорога, потому что, посмотри, это градиент фиолетовые и желтые цвета. Ну, он также, давай сделаю удачную сторону, и тогда уже примешь нормальное решение. Пупыть же нужно раскликать, распробовать. Ну, твой алмаз так же делал. Вот. Только что вылезла, ребята видели. Ну что? Добавь! Как всегда, впрочем, ничего Два нового. Два из Америки. Ладно. Добавь. Снайперс. Добавь. Давай не добавлю, а поменяю. Давай добавлю вот это. Два единорога на один бриллиант. Супер. Классный камень, слушай. Так, Алина, давай, хорошо. У меня есть такой... У меня есть такая собака. Маленькая тоже новинка. Чем-то что ты мне дашь на эту собаку? Я не знаю, напишите в комментариях, это собака или кошка, но мне кажется, что это все-таки собака. А ты можешь называть его кем хочешь. У твоей лошадины будет друг, питомец любимый, поэтому меняйся. Я знаю, как повлиять на Оленину, чтобы она быстрее менялась, да. Могу дать маленького осьминожка. Он очень дорогой, очень дорогой. Классный, конечно, что же сказать. Просто эти размеры меня ввели в заблуждение. Он, конечно, очень милый осьминожек, такие бирюзовые, нежно-розовые, фиолетовые цвета. Ну, Алин, давай добавь хоть этот спиннер уже, что ли. Ну. Давай я поменяю. Просто спиннер? Просто? И тебе будет достаточно? Нет, добавить. Не вздумай. Добавь. Давай это и это. Лоб, не губина. Не лоб, не губина, а ленина, жлобина. Давай. Ой. Ну ладно, добавлю тебе лучше. Рыбу? Рыбу. Ладно, идет. Давно у моих рыб не было пары. Мы их то разлучаем, то соединяем. О, дай, а то мальчик родится. Неправда. Правда. Неправда. Обещаю.
Нет, все, трейд прошел, галочку нажали. У меня теперь две рыбы целуются. Смотрите. Ладно, Алина, предлагаю тебе что-то интересное, а то давай с твой микроб поменяем. А то что он там лежит без дела? Так. Микроб давай. Алиса давно не болела, да? Спасибо, спасибо. Ребят, реально, кто это такое придумал? Где ты такое заказала вообще? Непонятно. COVID-19, шок-контент какой-то. Как бы игрушки, да? Я в шоке. А ну-ка, как кликает микроб? Кликает классно. Да-да. Я тебе дам за него. Давай. Дам тебе, вот у меня есть туча новая. Туча тоже американская. И смотри, Алин, она оригинальная. Здесь радуга с двух сторон. Радуга прям с двух сторон идет. Вот радуга и вот радуга. Ну, добавь. Так и думала, так я и думала. Так, ну добавлю, Алин, учти что-то небольшое. Окей. Добавлю тебе новую тоже лапку панды. Я ее называла медуза, но это лапка панды, как оказалось. Если вот так, то это лапка панды. Напишите в комментариях, кто это. А если так, то вот это так, медуза, медуза, да? Вот. Напишите, кто это. Ну, я согласна. Наконец, так. О. У меня теперь в коллекции вот такой микроб. Нужно его подальше от всех попытов держать, а то моего слона еще заразит. Так, Алин, кстати, о слоне. Смотри, какая у меня новиночка есть. Что ты мне дашь за этого слона? Смотри, какой он классный. Ничего не дам, потому что предлагаю я. Хватит шуточки за 300, а слон шикарный. Что ты мне дашь за этот попыт слон из Америки? На минуточку, прямиком пришел из Америки. Прямиком пришла... Какая овца. Классная овца! На а ну давай на... плюсик добавляем. Хочешь, я тебя разочарую? Смотри, Magic. Ладно, я согласна. Нет. Давай, Ви! Нет! Давай слона! Нет. Меняй слона! Так, я сейчас твою овцу тогда порву, она также будет бракована. Кто это такое уже сделал? Ты специально надгрызаешь мои попыты, чтобы потом менять дешевле? Нет. Где ты это нашла? Это такое было. Кто это надгрыз? Ты. Это из-за твоего микроба, похоже, уже. Нет. Проблемы. Ладно, что тебе добавить? Добавляю снайперс. Такой подсорок, как слон. Фух, слушай, она понаходила брак какой-то. Ох, и Ленина. Давай новинки какие-то. Алиса, что ты мне дашь за вот эту вот черепаху? Ой. Она не настоящая, потому что настоящую ты боишься. Спасибо, что настоящую не принесла на трейд, потому что я очень боюсь. Она ее Смотри, хорошая сторона. Приносить не надо. А ну. Нет, ну, кликает классно. Мне очень даже больше Ой, нравится смотри, цвет. Амонгус. Амонгус такой. Амонгус, реально. Амонгус. Слушайте. Амонгус. Амонгус, типа. Амонгус. Вообще Амонгас, это мы его так придумали. Амонгус, нет? Амонгус нет, это в ТикТоке. Ладно, короче, черепаха очень... Несовременная ты. Непон. Предлагай, давай! Нет такого Амонгуса, ты меня запутала, она меня вводит в заблуждение. Там Амонгуса нет. Ладно, давай черепаху, хорошо. Амонгус. Так, я тебе дам вот этого человека. Вот этого. Ну, добавляем. Ну, как всегда, добавить. Ладно, добавлю чисто такой вот мини-презент. Алиса. Ему нужен брат. Ничего как он один? Нужен. Ему друг нужен. Твой человек будет один сидеть, скучать. Они будут вдвоем кататься на лошадине твоей, кормить лошадину. Больше людей будет кормить твою лошадину. Добавь. Я про эту лошадину. Я Кто понял. Не знает, ее любимый попыт. Вот, добавить. И добавляю сердечко. Добавь. Это сердечко, знак любви к сестре. Добавляю. Я знаю, ты любишь желтый цвет, я знаю. Вот такая ты добрая сестра. Ладно, коктейль добавляю вместо сердца. Сердце забираю, все. Давай! Нет! Оставь черепаха. Сердце. Ладно, и ты соглашаешься, Согласна. Все. Наконец. Ох, и Оленина жлобина. Сколько уже наменяла, да-да-да. Да-да-да. Что ты мне дашь за эти бананы? Ой, он у нас уже был. Ну, они классные. Такие можно и повторно поменять. Нет, крокодил очень. Алинина там перебирает свои заначки. Спрятала редкие все туда, вот знаете. Еврейская Алинина.
Предлагаю треугольник. А я предлагаю добавить. А я предлагаю отклонить. Давай спиннер. Либо ты соглашаешь, либо я отклоняю. Давай спиннер. 5 секунд даю. 1, 2, 3. Как думаете, согласиться? 4, 5. Не соглашусь. Вот именно. Из-за принципа. Наменяла уже кучу, наменяла. И потом еще и не хочет этот. Но зато у меня редкие. У нее, смотрите, одно какое-то радужное старье. У меня вот тут, смотрите, все, знаете, это как будто из одной линейки. Вот, вот, ну вот парочка, вот, видите, как будто из одной, вот какая-то американская серия. А, еще и черепаха тут. Мне кажется, что у меня лучше. Не твой уровень, дорогой. Да-да-да, давай крокодила хочешь выставить, может, на трейд? Не, давай я спиннер выставлю. Мне нечего тебе дать за спиннер. Есть. Ладно, дам сердце за спиннер. Ну вот и все. Давай следующий. Вот и вся любовь, да? Что ты мне дашь за вот такой вот маленький брелочек? Ну он такой маленький, он, конечно, классный и милый, но я тебе за него могу дать только сердце. Может быть, что-то добавишь? Нет. Маленькое? Нет, у меня нет просто маленького. А давай ты вот это уберешь и что-то другое поставишь? Ну, последнее предложение могу дать вот этот вот белый. Смотри, он как единорог. Согласна. Просто согласилась из-за того, что брелок интересный. Так он такой маленький, но цвета очень крутые. Так, а как он хоть кликает? Он хорошо, хорошо кликает. О, прикольный. Классно. Так, хорошо, Алин. А что ты мне дашь за эту ракету? Ты даже не дослушала. Она меняет цвет на солнце. Сейчас, конечно, вечер. Я знаю, что у тебя Амонг был такой, и он порвался. Так, ты мне за это дашь. Он двусторонний. Ну, давай ты добавишь, потому что... Он двусторонний. Ну, это новинка, он меняет цвет на солнце. У меня тоже есть меняющий цвет. Добавь что-то маленькое. Такие просто на набережной продаются. Не, такие не продаются, ракета точно не продается. Добавь. На каждом шагу. Добавь. Давай спиннер свой розовый. Давай, давай сюда, запасается тут уже запасами. Все, согласна. Где тут? А то уже этот, реально. О, спиннер классный. Посмотрите, гору нагородила этих радужных попытов. Еще меняться не хочет. Предлагай. А, так, что ты мне дашь за вот такой вот сквиши? Ничего, отмена. Что ты мне дашь за вот такой вот Simple Dimple? За этот Simple Dimple, Алина, я тебе могу дать вот это вот сердце. Равноценный обмен. Сердце не новое, Simple Dimple тоже не новый. Хочешь что-то другое? Да. Тогда бери красное сердце. Тогда отмена. Окей. Ну хорошо, раз так не хочешь, будет вот так вот, две лапы. Две лапы? Да. Или это все-таки две медузы? Две лапы. Или это две медузы? Ладно, я тебе дам такого редкого динозавра. Добавляй. Он может укусить, если будешь много умничать, это на заметочку. И добавлю, пожалуй, еще добавлю, так, добавлю клубнику. Я знаю, что твоя лошадь очень любит клубнику кушать, поэтому... О, супер. Алин, у меня еще есть такая редкая собака, смотри. О. У нас такой еще никогда не было. Что ты мне дашь за эту собаку? Ну, покликай, попробуй пока. Ну-ка. Ой, классно кликает. Ну? Твой любимый ананас. Ой, ананасы эти меня подкупают. Так. Ну, добавь что-то маленькое. Ананас уже у меня такой был. Сквиш. Ну, ладно, соглашусь. Соглашусь. Ой, забыла. Давай, редкие. Алиса, я предлагаю тебе крокодила и предупреждаю, если будешь умничать, он не также помню. Может тебя укусить. Какой он прикольный, слушай, а ну-ка, как кликает твой крокодил. Кстати, он реально такой злой крокодил. Так, я даже не знаю, мне кажется, обмен будет напряженный, и Алина прям, да, будет просить все мое состояние попытерское. Кликает он. Классно. Замечательно. Но врать не буду, классно, классно кликает, так. Угу. Я тебе могу дать... Вот эту вот лебедину могу дать. Давай еще. Могу тебе еще дать. Так, Алина, я даже не знаю. Давай я тебе дам еще коктейль.
Будет у тебя, по-моему, есть коктейль, да? Будет два коктейля, будешь делиться с друзьями коктейлями. И я знаю, что ты скажешь добавить, поэтому я могу вернуть тебе этот спиннер. Я знаю, что это твой любимый. Я согласна. Ты не хотела его менять, и я прям тем более согласна, потому что крокодил классный. И теперь я, ребята, хочу собирать вот эти прям все серии, смотри. Вот так вот. Мне прям они понравились. Тут и рыба, смотрите, и черепаха. О, давай твою тучу и разменяем. Давай. Давай. Я предлагаю тебе ее. Так, я тебе могу за нее дать. Я предлагаю тебе что-то побольше. Не давай. Знаю, дать мне что ли американскую нравится. Картоху. Ну тогда тебе придется что-то добавить небольшое. Она реально классная. Посмотрите, какая классная мне картошка фри. Мне вот облачко нравится больше. Ну она чем. Прям крутая. Вот, ребят, что бы вы выбрали, облачку или картошку фри? Мне облачко. Смотри, нравится. Как она кликает. Ну... И добавь что-то, ну небольшое добавь, небольшое. Блин, Алиса, мне тоже облачко нравится. Ну картошка тоже мне очень нравится, у нас сложный обмен. Давай. Ну тогда ты мне тоже что-то добавишь, ну, и я хорошо. Тебе. Хорошо, я тебе добавлю сердце. Сердце? Нет. О, почему? Ладно, ладно, что тебе дать? Ну, лапку добавлю, хорошо. Выменяла, теперь придется добавить. Просто я хочу это облако собрать. А ты мне карабину? Хорошо, я согласна. Я тоже. Просто, чтобы коллекция пополнилась. Что у тебя осталось там еще? Морковка! О, она мне для коллекции нужна. Я могу... Нет, не нужна. Я могу даже отдать то, что уже меняла. Алин, смотри. Ну, у меня тут реально уже, ребят, и микроб, и крокодил... Рыба одна, ее парень есть? Рыбный, овчина и вот эта вот черепаха. И они все как вот такие матовые, такого прям оттенка. Я готова поменять все, что есть. Вернуть даже алмаз готовый, я знаю, что ты его любишь. Давай верну алмаз. Алмазы лошадки не любят. Ну, а что ну, любит нет. твоя лошадка? У нее есть там клубничка. Давай мы ей дадим бананы. Ну, бананы, хотя они не так вписываются в коллекцию. Давай банан. Попробуй банан. Ну, покликай в плане, не попробуй. Можешь укусить, ладно. Он, если только потом заберешь. А то потом надкусишь и скажешь, что это я подсунула бракованный. Знаю мы таких, оленин. Угу. Ну, добавь как? Что-то маленькое. Ну, пожалуйста. Ладно, ладно, добавляю вот это. Возвращаю назад твой брелок, который я выменяла на полсостояния. Наконец-то. Все, давай морковку. Все, моя коллекция пополняется. Ура! Тогда я буду собирать коллекцию еды. Реально, кстати. Так, Алин, раз уж мы тут решили собирать еду для лошадки, может быть, ананас? Не хочешь что-то выменять на ананас? Твою коллекцию подойдет слон. Так, ну смотри, Алина, получается так. Ананас, хоть я у тебя его выменяла, но мы тут с тобой решили, да, собирать в конце трейдов. Поэтому ананас на слона, и ты хочешь добавить, да? Ты так хочешь делать, так и думаю. Или что, какое условие? Давай я тебе дам. Ладно, дам алмаз. Я знаю, что ты его любишь. Так уж и быть. Слон редкий. Классно. Не, даже и забуду то, что ты была жлобиной в начале трейда. Угу. Потому что я добрая сестра. Раз уж мы решили с тобой собирать такое. Что ты еще хочешь выменять? А у меня есть то, что ты хочешь выменять? У тебя я бы хотела треугольничек. Треугольничек обратно? Да. Ну хорошо. Что ты мне дашь за этот треугольничек? А что бы ты хотела? Я даже не знаю. А что у тебя там такого есть? Динозавр? Но динозавр не вписывается в мою новую коллекцию, поэтому я не знаю, но он интересный. Динозавра? Ладно, давай динозавра. Раз, два, три. У меня просто уже есть динозавр. Мне нравится, как они ртом делают. Ой, это же крокодил точно. Вот это я тормоз. Смотри, он тебя за нос может укусить. Да. Если будет. Это опасный трейд. О, это больно? Нет. Смотрите, это массажный крокодил. Я бы хотела тебя выменять крокодил.
крокодила. Ну, Алин, давай в следующий раз. Я шучу. Если ребята наберут 15 тысяч лайков, то я его возьму, пообещаю его взять и выменять, хорошо? Хорошо. Потому что мы устраиваем трейды по собственному желанию и берем рандомные опыты, которые хотим поменять. Алиса, мне очень нравится моя гора. Да, я согласна, у Алины гора больше. Вы скажете, типа, ой, Алиса, там этот плохо трейдилась. Но смотрите, смотрите, у меня все теперь есть в одном стиле. И я очень довольна. У меня прям все такие, знаете, как дорогие попыты. Не как там на рынке продаются. Ну да. Но это я не про тебя, Алина. А просто вот, смотри. Морковка, радуга. Вот, я бы еще вот эти обменяла, но уже в следующем видео. Короче, я очень довольна трейдами. Просто куча всего крутого. Я думаю, Алина тоже довольна. Я ей тоже. Можно теперь продавать попыты. Пойдешь на набережную, откроешь себе точку и будешь там продавать. У тебя будет, мне кажется, самый большой ассортимент, а то везде одни квадраты продают и сердечки. Ага. Ребята, а если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите следующую часть трейдов и другие ролики. Мы вас очень сильно любим. Встретимся с вами очень скоро в новом видео. Пока-пока. Пока-пока. И ставь лайк на удачу и жди попыт мечты.